Ненавижу. Да, стартуем следующую серию. Мы не заканчиваем эту игру. Я ливну. Не переживай. Да, с паузы. Я ливну. И прямо в асфальт. Если ты боишься просрать свою страну, то можешь дать мне. Рагуза. С Рагузой надо отменить все договоренности. Сейчас я должен понять, в чем проблема. Дипломатия, отменить проход войск. Да что здесь? Бавария, мне прям кость в горле. Что с тобой не так? Хотя я могу взять вот эту технологию и получить. А как так получается? Мы с тобой в союзе, и ты мне то запрещаешь торговлю, то разрешаешь торговлю. Че это за фигня такая? И че мы с тобой в союзе? И потому что я влиятельный человек, а я про тебя не буду говорить. Может, ты мне так и не сказал, жаргон-то используется? Нельзя. Как нельзя? Это же не матные слова, ничего такого. Где сидел? На чувства никакие ты не сначала влияют. Расскажи нам свою историю, где сидел, как, с кем. Вот, короче, назвал я однажды в серии рогатую жабу рогатой бабой. И за мной... А я рогатый шлюх. Да, я помню, с тобой еще хейтеры выехали. Да-да-да, приехали, короче, и сказали, либо в тюрягу садишься, либо мы тебя на парашу отвозим. Ну, я сказал, на тюрягу, типа, ну и посидел там. 15 суток. Да почему я не могу открыть новую землю? Да что это за... Да ну нафиг, парни, да вы издеваетесь. Да что это за баг в этой игре? Е у вас. Зая. У меня проблемы с колонизацией. Понятия. Ты не можешь открыть новую землю. Понятия не имею, в чем проблема. Ну, дотянись до любой провинции, которая в той стороне. Я знаю всю механику колонизации, но здесь почему-то не работает. Проблема в том, что у меня есть и конкистадор, и адмирал, который исследует, и я не могу почему-то не открытое море исследовать. Я тыкаю на него, стрелочка зеленая, но корабль не плывет. Дружище Тунис. А. Ладно. Держи. Ой. Ну ладно. Я разрешу тебе на моей и мамке жениться. Как и называются женщины в... Женщины при дворе Алжи. В мусульманских странах? Шлюха. Верующий смотрит, идиот. Опять Великобритания. Да ну сколько можно с ней отношения налаживать и потом разрушать? Это что такое? Не обижайся, ты не идиот. Просто у нас реально верующий смотрит, а у них может быть подхёрт. Нет, я не буду брать задание на Великобританию, потому что это уже слишком. Великобритания меня просто не поймет. Не понимаю, на что к ней турки клеятся. На динамит? Чё к ней турки клеятся? Кому нужны твои? Майнц, Дания, Швейцария. Да нужны, наверное, Сирия придет на помощь. Ой, да. Серьезно. Сирия опасна. Да это будет просто... Сейчас еще Тунис надо призвать. Нет, я не буду воевать. У меня остался от войны и так полтора. У меня скоро будет крестьянская война, и еще у меня нет стабильности. И рекорд. Да я верю, я не призову тебя, не волнуйся. О, слава богу. Тюренге вообще какая религия-то? Ой, тебя если звать, то это надо как-то обосновывать. Обоснуй. А ну поясни. Нет, не надо туда. А ну только попробуй двинься на мою территорию. А еще я потерял где-то весь свой галерный флот. Ты не знаешь, куда он пропал? Не знаю. Вроде бы был, когда я последний раз играл. Ты последний раз когда играл? А, не надо про это. Я больше всех хотел восстановить нашу компанию. Просто кто-то не взял меня. В смысле, куда не взял? А, тогда, когда... Ну, потому что да. Я опоздал. Я, кстати, пробежал. Я вернулся, визмощадка, и сейчас буду карать вас, детишек. Нет, я бы понял, если бы вы посадили Зак. Куда? За мою страну. Ну, ты прям на все и жирно хочешь.
Я бы хотя бы не слился. Ну, точнее, не был бы, не выбирался бы из кризиса. Блин, почему он полностью не... Так. Я, конечно, не хочу его ни в чем обвинять, самурая, но мне кажется, он завел мою страну в плохую ситуацию. Я уверен, что ты бы слился еще быстрее, чем самурай. Спорим? Имх. Спорим? Не спорю. У тебя же остался сейф. Не спорю с детишками. Рот закрой. Типа. Давайте еще раз ругайтесь, малыши, по этому поводу. Тут не с кем ругаться. Вообще, костями это, скрипишь. Песок сыпется, пора спать идти. Молоко попил через тряпочку. Кефир через тряпочку пей. Тебе на параше хорошо сидится? Какие агрессивные малыши. Нынче пошли. У тебя вообще шестерка в колоду легла. Субкультура. Агрессия плюс 100. В комнате 2 стула. На нем пике тащи. На одном пике тащи, но дальше я не буду. Там просто плохо. Уже не смешно, мрамор, честно. На какой сам сядешь, на какой. Сломай пики тащеные, срежу. Ну ты знаешь. Блин. Да, знаем. Сейчас проблема в том, что как бы Гренландию я открыть не могу, но до крайней провинции Северной Америки я не дотягиваюсь. Бред? Бред. Бред, бред, польза и вред. А вообще говоря про агрессивных малышей, мне кажется, вот те, кто живут в Израиле, тебя очень не любят. Я тоже его не очень люблю. Ну так помоги повстанцам израильским. Ну так я им не помогаю, я их разбиваю. Тебе говорю, я мрамору. Может быть, он хочет поддержать их. Да он меня поддерживает, субсидирует. Вау. И вообще у нас с мрамором дружба и жвачка. Где ты это слышал? А, моя бабушка так говорила. Да, 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 это было при подписании одного договорчика. Брест-Литовского? Да, как ты угадал. Я хочу открыть вот эту вот неизведанную землю. Почему я не могу открыть Гренландию? Вот объясните глупому человеку, почему я не могу открыть Гренландию. Потому что ее не существует. Прикольно. Ну как ты можешь открыть то, что ты еще не знаешь? Может, вообще не существует? Я знаю. Откуда ты знаешь? Кто тебе не рассказывал? Там аборигены кричали, когда я плыл мимо. А как ты услышал о них? Может быть, это иллюзии твоего капитана? Наш новый капитан. Может быть, он шизофреник? Ты знаешь песню «Наш новый капитан»? А что-то гиксовское. Ну да. Комета упала. Кстати, знаете, что мне нравится в парадоксах? То, что они троллят игроков в своих играх. Здесь у нас падают кометы, да? И у нас есть вариант такой, типа... Да-да-да, а Виктории тоже самое. А Виктории то же самое, только... Хорошо, что я живу в просвещенное время. Да, хорошо, что я живу в просвещенное время, и плюс одна фигня какая-то там. Тарас, ты мне не дал рассказать, а вообще это признак плохого тона. Я перебил тебя. А знаешь почему? Потому что ты школьник. Потому что ты меня бесишь, больной ублюдок. У нас есть что-то общее. Ура. Вы оба честные. Ты тоже бесишь себя. Да. Так, ладно, догонять вражескую армию смысла нет. Ой-ой-ой-ой, сколько вас тут восстало. Точно кто-то наколдовал. А ну, я не буду говорить, кто и за какие деньги спонсирует мятежников. Станис Бартион. А, точно. Кстати, не нравится мне в Европке система Казус Белли. И тебе одному. На Виктории гораздо веселее. На Виктории можно прямо во время войны править, типа. Ну, типа там можно добавлять цели для войны, и еще можно
Как бы тут казус белли формируется при наличии границы или морской границы, или там какой-нибудь типа экспансии против язычников, все дела. А не империализм? Ну и империализм, конечно. А в Виктории можно сформировать казус белли на кого хочешь, где хочешь, когда хочешь. Ну, зависит от времени, конечно, потраченного. Но еще империализм же здесь есть, на любую страну. Он уже позже открывается. Ну? А ты думал, что арабы знали и могли сделать казус белли на какую-нибудь русскую страну? Они вообще не знали о ее существовании. Я знаю о существовании русской страны. А я вообще не вижу ее на карте. Я вижу Новгород. Москали какие-нибудь сидят. Кстати, если Новгород убивает Москву и Перми, ну, русские территории, и то он живет мирно, в отличие от Московии. То есть Московия как бы ведет экспансию, а Новгород торгует. Потому что у Новгорода нет скриптов, и Новгород — это торговая республика. Ну, типа да. Ну, что тут еще можно сказать? Действительно. Кстати, Османская империя пригрела тимуридов у себя. Не знаю, как он будет выносить их. Как-то будем выносить. Если интересно, посмотришь пару стримчиков с Хиксом. Там отличная стратегия победы за османов. Рекламирует свои видео. Скрытая реклама, как у Хованского. Но тебе пока далеко до Хованского. Но Хованский неплохо делает рекламу, да? Да. Очень неплохо. Причем он там, знаешь, такие отдельные ролики у него. Очень классный чувак. А вот это вот, знаешь, типа с Энджойкиным видео. А, выпьем за любовь? Да, это скрытая реклама Энджойкина к Хавану, потому что Хаван загнивает. А, да, точно. Как же я сразу не догадался. Ну, идем разобьем вот этих попсташек. Вить, закажи рекламу кому-нибудь. Ну что, выпьем за любовь? Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь. Нас сейчас забанят. Забанят. Ты думаешь, Игорь Николаев имеет права на эту песенку? Из-за Тараски забанят. Вот этот жестокий. А, чего, видимо, чего? Да? Куда ты идешь? У тебя есть шанс дать мне денег, и я перестану это петь. Какое выгодное дело Тараска при этом? Понимаешь, тебя не забанят, и мне... Зарабатывает. Да. Я имею пока в игре, но потом, может, и до настоящего дойти. А чё, Британия? Деньги закончить. А мне понравилось. Понимаешь, за один месяц 10 копеек. За год копеек, одна большая копейка и две маленькие копейки. А за 10 лет это уже получается 12. Дай мне копейки. Ладно, не 12. Больше, я вру. Жлобец мелкий. Чё? Ты что сказала? Сказала. Ты вообще понимаешь, с кем я разговариваю? Жлобяра. Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Осман, если я тебя позову в войну против... Немытая бородатая макака. Вот так вот ты и умрёшь. Вот это... Ну, конечно... Не переключаемся на личности, но это типа роли-плей, все дела, мы друзья, любим всех. Вообще многие люди не понимают роли-плея, поэтому... Османская макака, не дашь мне денег. Ты вот вообще... За такое обращение османская макака богемской цивилизованной обезьянке побритой денег не даст. Ты вообще чешская... чешская... А сколько тебе нужно? Ну, где-то 100. Чешская бордельская дама, я тебе ничего не дам. Дам, сейчас разберусь со своими. А мы не обращаемся к немытым и неподмытым великобританцам. Немытым и неподмытым. Ты знаешь, что в Британии после Римской империи осталась богатая архитектура. И чё, вы сейчас немытые? И... А у нас первая канализация в мире. У кого у нас? Ну, в Европе, со времен Римской империи, так что не надо мне тут. А Британия не Европа? Дипломатия. Уже подарок. Нет. Она Атлантика.
Держи. Спасибо. И бритву пришлёшь. Мне, мне, дай, почему ты всем даешь деньги, а мне не даешь. Дай ему денег. Тунис, а что тебе деньги-то давать? Мы же с тобой пилим все вместе. Я тебе силой помогаю. Хорошо, давай помогай мне своей натурой против мамеляков воевать. Да ты шутишь. Стоит 15-тысячная армия Туниса напротив 5-тысячной армии мамлюков. И давай, типа, помоги мне. Ну тогда же. Натурой. Да ты шутник. Пока есть лохи. Державе Венгрия. Так, хорошо. Распил Венгрии. Ты будешь помогать ты или нет? Нет, не зови меня в эту войну. Ты что, офигел? Я тебя позову, но, допустим, я не буду. Ну, я и не приму, солдат. Потому что у меня перемирие с мамлюками. Так значит, у меня тоже? Нет, потому что я сам с ней воевал тогда, когда ты, Лалка. А что ты воевал? Занимался что? Чем-то другим. Что ты воевал? Вот что ты у нее забрал? Мой Суэц? Или мой Дамьет? Твоего там ничего не было. Там египетская культура, она у меня принята. И религия там такая же, как мы у меня. Мы с тобой разделились. Что? Или ты хочешь, чтобы я забрал у него еще несколько провинций? Понимаешь, что Тунис, ты сейчас не в самом выгодном положении. И я думаю, что с османами вообще не стоит договариваться. Ты хочешь мне помогать склонить, да. Ну, вообще, если я получу финансирование, то... Понимаешь, что бородатые люди вообще, в принципе, Суэцкий канал построить не могут по умолчанию. Финансирование? От кого? От Британии? Да. Я буду финансировать бородатых парней? Меня ты будешь финансировать, а я буду против бородатых. Анонсировать могу, но финансировать нет. Финансируй меня полностью. Ты анонсер великий. Анальсер. Черкесия растет, сейчас скоро вырастет и убьет османов. Я ставлю на это 100 долларов. А вы знали, что против Венгрии, кажется, еще одна коалиция? Да, она опасная. Смотри, перемирие. Если навести на список перемирия, то можно узнать все страны. А вот мне интересно, что Венгрия такого сделала, что против нее столько недовольных ребят? Всех оскорбляла. Нет, а серьезно. Каракаюнду с Грузией? Ха-ха-ха-ха, шутники. Еще есть тимуридами. Тимуриды поопаснее будут. Да че там они скоро развалятся? Все вы так говорите. Скоро развалится. Ну. Политическая партия точно говорит, скоро развалится. А, ладно, уже не развалится, но уже почти всех перекрестил. Вот видишь. Эх, лол, да. Индийская партия тоже там всех перекрестила, кого могла. Они типа все разваливаются, а на самом деле нифига не разваливаются. Ну это как загнивающая Европа, которая что лет загнивает. И гниют. И никак не гниют. Процесс гниения не самый быстрый. Ну да. Не 100 же лет. Без симптомов. Это ведь тоже бред. Тут пошла по... подковерная дипломатия. Я могу, в общем-то, описать. Он просит денег у бомжа. И сколько он у тебя просит? Я не знаю. Кто просит у кого? Он просто попросил у меня доллар. Культурный, цивилизованный, бритый человек пытается развести бомжа на бабки. Я не знаю, что такое доллары. Поясни мне по-арабскому. Доллар — это зеленая грязная бумажка. Это целый халифат твоих придворных там. А, нет, я отказываюсь. Нет, а что ты мне дашь? Дружбу, любовь. А, давай мне субсидии, я, может быть, лет через 20... Я отдам тебе денег. Мне нравится граница Туниса и Египта по Египту. Сейчас мне комплимент сделал теперь? Да. Спасибо большое. Сейчас я буду эту границу к нулю сводить. Мне просто нужна земля. Так ты же союзник османов. Ну так это осман, а ты сказал Египта. Ну, по Египту. Ты же в Египте. Ну так ты сказал граница Туниса и Египта по Египту. Зачем Великобритании такой большой и богатой деньги? Мне деньги, дай мне, нужны деньги, когда ты мне их дашь? А тебе они зачем?
чтобы создать такую более-менее армию. А какой у тебя доход и какой у тебя расход? Карфаген создай. Расход, значит, мой 22.87, расходы мои 20.4. Ты уже второй раз говоришь расходы. Ты не замечал то, что ты два раза сказал, что я лалка 999 держу уже несколько... Ты уже третий раз говоришь лалка. Ой, как же я скилл потерял за время игры. Я тоже. Деградация. Скоро спою «Правит Британия морями» и все, вы будете лалками. Кстати, мне Норвегия предлагает союз. По-моему, там чей-то телефончик заиграл. Духайте. Взыгрался? Взыгрался. Взыграла кровь. Так, вот эта лишняя армия, ее надо расформировать. Потому что мы и так нету денег на их сражение. Что-то протестантизм больше не растет. Или растет? Как будет? Так, еще давайте-ка заставим. Вообще, конечно, надо было поиграть перед тем, как сесть. Я вообще ничего не знаю о том, что будет в Европе в ближайшее время. В основном ничего, кроме религиозной войны. Да вы просто обнаглели. Чего вы вот хотите? Я не знаю, как она будет выглядеть. Ну, ты будешь выбирать одну из двух партий, католическая или протестантская. Так и я... там будут другие страны выбирать. А потом какой-нибудь умник додумается объявить войну, и все эти страны друг на друга пойдут рашиться. Ну, если коротко, мочилово. Да, а причем жестко. Там могут всякие османы вступать, Тунис. А сколько мне это даст? Миссионеры плюс один, боевой дух, ага, изменение престижа, ежемесячный рост усталости. Ну, опа. Еще один миссионерчик, это было бы неплохо. Я вот думаю, полностью сделать Венгрию вассалом или отнять две пробы, а остальные три сделать вассалом? Может, вообще не будешь делать ее вассалом? Зачем она тебе нужна? Против нее коалиция. А кому она теперь будет нужна? Тем, кто против нее в коалиции. Какая коалиция для страны с трех коалиций? Ты что, решил пойти по пути Кута? А, нет, подожди. Я хочу тебе предложить, Богемия, то, что если ты сделаешь ее вассалом, то все, с кем она сейчас воюет, пойдут против тебя. Ну так удачи тебе. А, в принципе, в этом есть логика. Что ж, тогда нет. Пауза слишком долгая для человека. Раз. Я тут смотрю, выделять или не выделять. А остатки нельзя сделать. Выделяй. Выдели из себя остатки, ха-ха-ха. Выделяй. Да, можно и выделить. А откуда, кстати, у Кабилии такие кусковые владения в моих землях? Только сразу ее раздеру, так что выделять не буду. Мне нужен буфер. От кого? От тимуридов? Да. Нет. Неправильно играешь. Тимуридов нужно мочить. Зачем? Я хочу посмотреть, во что они превратятся. Они арта. Если их не остановить, то они... Ну, вообще... Они сами развалятся. Да, но ее пофиксили в последнем обновлении. Они теперь реже разваливаются. Там нужно, чтобы... Если ты их не остановишь, они превращаются в империю. Там нужно, чтобы война совпала со смертью правителя. Империя великих моголов. И все. Да ничего, не все. Пока она орда. Ну, я не знаю, что осман играет в этой партии. Кавказ бедный. Там Тунис. Расширяться только на Каракаюнгу. Да и Тунис бедный, ты посмотри, какие там базы налоги. В Европу не пустят никто. Почему? Фражка. И что? Я тоже так думал. Она же не защитник Персии. Пока что. Потом нет. Только она не защитник Верны. Она сверхлимита нанимает, и ей пофиг. Я тоже нанимаю сверхлимита. Ну, пока что. Вернее, было нанято. Супер поиск провинции. Что-то я ее не вижу. Потому что, возможно, у нас русский. Что за провинция? Нет, я... Секундочку. А что за провинция-то? Да мне тут дали задание кое-где,
кое-что построить. Что за провинция, я тебе найду. Сейчас напишет. Ничего себе, какой секретный. А, вот, все нашел. И что же за город? Ой, да все нормально. Ну, интересно. Междуречье же... провинция. Междуречье? А, я понял. Что там? А, я не знаю. Тебе лучше спросить у истинного жителя этой национальности. Это житель национальности, окей. Да, это сленговое слово. Витя, можно тебя спросить? Что? Хотя нет. Не надо, не спрашивай, Тарас, это слишком... Это не на камеру. Да, это слишком открыто. Слишком... Меня просто застрелят. Конспирируетесь? Да. Зальцбург испугался. Маленький ты мой. Зальцбург не боится. А, вот это тоже неплохо. Каркаюн, а Литва воюет с вами, интересно? Нет, всё, Литва не воюет. Всё, коалиция сдаётся. Против тебя? Угу. Боятся. Понять бы чего. Венеция топчет Рагузу. Насколько она сильная. А мы сейчас, Витя, будем снижать Витя, риск восстания. Денег? Скажи мне, сколько у тебя денег? 500 дукат. Долларов. Че ты такой... бедный. Уже 100 дукат. Дай мне 50. Не советую за осман застраивать что-то либо. А дай мне 50, Витя. Потому что они и так стоят по техам. Так вот ты еще очки вливаешь в... Единственное, что можно строить, пожалуй, это только военные постройки. Помните, Зак говорил же, типа, лучше не всю страну застраивать, нет, а в каком-то городе максить линейку, так что... Лучше, не лучше, просто проблема в том, что... Османы стоят по дипломатическим и административным очкам сильно, а по военным, в принципе, норм. 11. Оба бедные. 11. Вообще не отстают они по военным. Кто? Османы. Отстают. Нет, 11 и у Богемии 11. А Богемия... От меня отстают. 50 вообще, они тебя опережают. Военное дело не показатель развитости. А ты сказал по военным техам. То, что они не сильно отстают, они вообще спешат. Ну, я не знаю, зачем он берет. Потому что могу себе это позволить. Я тоже так думаю. Потратить все на все. Все зависит от того, в каком окружении находитесь и с кем планируете воевать. А если у вас все в порядке, то стройте. Тут аккумулирование потенциала или реализация его. Вот какой выбор. Ого, флот. И адмирал 3.3.0. Двухзвездочный. Серьезно. Когда Арагон объявит еще одну войну Кастилии, я тоже объявлю войну Кастилии. И отхвачу у нее гранаду. Аллах Акбар. Гранада? То есть... Во славу. Как сказать, чтобы не задеть чувств верующих? Аллах Акбар. Такбир. За меня все уже сказали. Бан. Что поделать? Ну, я бы еще больше сказал. Так, пора объявлять войну Грузии. Грузин, ты еще с ума сошел, а? Хочешь, я расскажу секрет? Расскажи. Секрет всевластия. Амивара уже нет. Пара-пара-пам. Да, нет? Есть мало. Огромное. Как сказал Зак, спамим галерами. Объявить войну. Литва вступится. Вот какая хитрая Литва. Значит, против тимуридов, тимуроидов не вступается? Тимуроидов. А против этих ребят... А ну, где здесь выгодные провинции? За деньгами в Европу надо сходить.
Европа. Могу, конечно, дать скидку. И могу кредит выписать. Кстати, ты не схочешь денег? Да. Под 1%? Нет. А кто дает безвозмездно в этом мире? А, ты давал османам. Не помню такого. Вы все врете. Эффективность, стоимость, стабильность, изменение престижа. Это меня не волнует. А тут постоянный прирост отношений. С Марокко наконец-то сподобился заключить перемирие. Я? Нет. А, Великобритания? Да, британский ублюдок. Тунис. Да. Раз... Еще одно слово, и будет больно. Петушок. Британский ублюдок. Ко-ко-ко. Смотри, сейчас он оскорбляет. Что бы такого делать? Оскорбление сделает, ты чего? Плохого. Грузия, подожди, а как же... это грузинская армия, не литовская. Армия грузин, настоящих мужчин. Британия оскорбляет. Я же говорил, что... Нереально. Оскорбляет. Что он другой? А, вот. Сейчас взлетит в космос. А гейм, это еще нормас? Школота уже не та. На тебе оскорбление, Дмитрий Вайлер. Знаете, что самое быстрое в нашей вселенной? Не скорость света, это мой спам. Ты чё? У меня душ есть, у тебя нет душа. Вообще-то у меня есть озера, в озерах мыться лучше. Там черви, там пиявки, там грязно, там... Всё, что душе твоего года, да? Там всё для души, всё для души, всё для... Дикаль, как ты живёшь в этом свете, фу, какая вонь. Всё для души, всё для спокойствия. У меня может начаться проблемы. ПМС? Какие могут быть проблемы у Великобритании? Религиозные. О, классно. Надеюсь, что они у тебя начнутся. А нет, чего я... в Великобритании будут религиозные проблемы? У тебя ж все вроде... От мусульман. А, в Ирландии там католики. Нет, не в этом проблема. Папа до сих пор думает, что я развелся со своей... Что я принял другую религию только из-за того, что хотел развестись со своей женой. Вау. Папа или римский папа? Папа римский. Обоих пап. Кстати, там папа Александр VII. Ага. Случайно не Борджа? Нет, Борджа 6 был. А, значит, путаю. Тот уже умер. Жалко, не хамили, нет. Кстати говоря... Это все из-за того, что... Все из-за... Из-за строения государства. Да. Жаль, что папская область не может принять мусульманство. Но можно ее перекрестить. Кстати, а если заставить ее по результатам войны принять другую религию? Там нельзя же вроде. Не со всеми это работает. Счета не хватит. Нет, почему хватит? Не хватит. Или там вообще такого нет? Вроде бы есть. Не со всеми это работает. Я галеры строил. Да уходи. Уходи, дверь закрой. Знаешь, это весело, Духнич. Шо? Смотреть на караваны, что они везут. Да, я всегда так делаю. Я вижу, как караван из Индии везет рабов. Понимаешь, что... А где вы их видите? Когда владыка... Нет, не говори ему, не говори. Сейчас пойдет грабить. Не говори ему, как это делать, только истинные могут знать. Да, он сейчас пойдет грабить. Ладно, Тарас, Денис, говори. Подскажи, как это делать. А, ну смотри. На караван наводишь полосочки, и все. Полосочки такие есть на карте. Две. Этим полосочкам лошадки и кораблики ходят. А вот, когда эти кораблики наводишь на них, и там написано, из какой страны и что везут. Понятно. Ничего себе, скажи ничего себе.
Зерно. Ничего себе. Железо. Зачем тебе железо? Мне? Ты же отставшая культура. Только что оскорбили тебя, если что. А, ну, все во имя Аллаха. Это считается оскорблением? Какое оскорбление? Ничего, никого не оскорблял. Да, Бог и един. Вообще никто тут ни при чем. Бог един. Витя говорил, что если ты по теме и с долей троллинга, то можно вот... Нет, не с долей троллинга. Там вообще-то не так, по-моему, было. А, я обобщил. Троллей нигде нет. Троллей, казус белли, окей. Ну, у нас тут вообще понимающие люди. Армения расширяет свою территорию. Дипломатия. Армения, ты у нас... Чье такое? Так, напомните. Миофизитство. А, вот так вот сделаем, и будет хитро. Армения в этой религии добыть не может, у них же православие. Нет, это у Грузии православие, а у Армении миофизитство. У Армении тоже православие, только у них своя армянская церковь. Миофизитство — это тоже христианство. У армян православие, но у них автокефалия. Но вот. Тут миофизитство. Автокефалия, вот, то, что вот сказал вот он. Ну, объясните это парадоксом. Особенно, я хочу посмотреть в глаза тому человеку, который составляет реки. Особенно в Crusaders Kings. В СК2 там с религиями все нормально. Потому что в Crusaders Kings там отвратительнейшие реки. И озер мало. Пофиг. People's Havid. Во всем... Ой. Сейчас. Это только в личку написать. Да, я тоже понял о чем-то. Бан обоим. За что? Ну и пойдем с Заком играть. Какая проблема вообще? Заком. За несвоевременное понимание своих ошибок. А вообще-то я ничего еще не сказал. Так. Слушай, Тарас, у нас одинаковые мысли. Я тоже об этом подумал. Я думал, может быть, все-таки ты что-то другое напишешь, но нет. Нет. Как можно писать такое, если они реально во всем виноваты? Да, это что я думал. Группа этих людей. 45-миллионная. Это прямой намек. Тонкий. Так, двое восстали. Берем. Про нас, что ли, говоришь? Вау! Что? Ахлоу, разбили тебя. Да не, это да, я. Жестоко разбили дипломатические, дворянские идеи. А следующими возьмем. И кто теперь у нас по... Конечно. Кто у нас по флоту number one? Британия проиграла нами. Куда мне очки девать военные? Витя. А в этом странном моде на Medieval, который еще очень долго идет, там же можно джихад созывать? В каком? Да. В Беллами? Да. А за православных там можно что-нибудь созывать? Нет. Ну тогда... Все, у меня где-то третий... У меня 12-я военотеха. Кстати, было бы классно, если бы была такая фишка, типа... За православных? Да. А там есть хоть одна страна язычник, кроме православных? И ацтеков? Есть Литва. Трепещи, Вау. Стоять, да что ж с вами не так-то, ну? Жесткие повстанцы восстали. Да они тебя не любят, короче, выгоняют тебя тут, все, уходи. А мне 12-я военная. Слушай, это кто вас научил снимать паузу без спроса? Я не снимал. Сами научились? Говоришь, я поставил, я снял, в чем проблема? Я ставил. Я поставил. Я кликнул, а она поставила сам. У тебя галлюцинации. Возможно, нет, у тебя. Он Тарас-тас рассудит. Уже рассудил. На все воля Божья. Я тоже так думаю.
Все, пора серию заканчивать. Всем пока, я ливаю. Спешу. Да вы с ума сошли. Ну пора, что, наверное, доливает. Ха-ха-ха, пара-пара-пам. Не смешно. Не смешно. А, шестерка в кого-то. Вот видишь, я паузу опять поставил, а ты ее опять снял. Не снимал, я даже и не трогал эту паузу. Ты ее снял. Он просто ищет повод к тебе прикопаться. Ну ты меня не обманешь, как бы. Я все знаю о тебе. Да что тебя обманывать-то? Что тебя обманывать-то? Ты настолько наивный, да? Увеличится благочестие. Ну пусть увеличивается. Сейчас я... Ой-ой-ой-ой-ой, где вы восстали? Вот гады отозвать дипломата. Здесь наша победа. А здесь я даже не знаю, что мы будем придумывать, чтобы это дело... Хочу посмотреть эпичнейший слив. Ну, какая у кого стабильность? Плюс один. Плюс два. Еще немножко военных традиций. Какие у тебя военные традиции? Ой, самое-самое. Так, а что мне нужно? А я мог сказать свои. Ноль у него. Терпимость, народные обычаи. Тарас, у тебя какая военная традиция? Маленький, 13-3. Либо взять количественное, качественное, наступательное. Минус 20%. А у тебя какие? Извини, это конфиденциально. Ну ладно, не все. Хорошо. Да шучу, у меня там очень мало. Вы готовы записать еще одну серию? Нет. Да. Можно? Я левая. Ты уже тут разговариваешь. Ну тогда допишем эту и все. Поставил на паузу, то есть закончил серию. Потому что было 41 минута, если что. А у тебя сколько эти? До конца года доиграем, можно конечно. Да, столько же. Сейчас я разобью повстанцев. Мне важно разбить вот этих вот говнючков, которые тут сидят. Витя, до конца помнишь, год, давай. Решался вопрос, какие лучше делать серии, длинные или короткие, еще в португальской вроде бы компании. Да. Коммент. А вот и моя смерть. И что выбрали, длинные? Выбрали 40 минут. Я с самого начала голосовал за короткие, я считаю, что это лучше, потому что видео дольше 20 минут, я не смотрю, не досмотрю, просто не считаю смотреть. Ставлю лайк или дизлайк, все, ухожу, не буду. Потому что на англоязычном ютубе уже это преодолели, и там ролики парни выкладывают по 15-20 минут. Но в англоязычном ютубе не так много подписчиков осталось. Ну, конечно. Да их там совсем капелька. Летсплей же как, теперь... Производители некоторых игр ввели свои ограничения на, так сказать, показывание их продукта в видеороликах. Да всем это, типа... Какой-то процент там с дохода снимается. И они на блогинг перешли. Многие. Это с политикой Ютуба связано. Уже были такие. А Ютуб сразу говорит, что наш проект не особо прибыльный. Уральник, кабыть. И опять восстание. Ну что, заканчиваем тогда. До конца года, до 1 января, хорошо. Мы этого не говорили, если что. Варандику у меня спросил. Тут Великая Отечественная. А ты тут... Священная война. Самая священная. Сейчас венгерский Гаврилка убил богемского императора. Гаврилка. Ну, как его звали? А кого? Его Гаврила звали вроде. Ну да, принцип. Принцип. Из принципа убил. Крутой парень. Угу. Пересекался с ним? На том свете. Но он же не сербский, он же в Сараево. Это Сербия. Так он же в Косове учился. Оставьте свои споры на следующий год.
Да, ну что, мы останавливаем, все согласны. Блин, погоди, ну, сейчас. Ну, я сейчас, вообще могу тихо. Продолжить, но в Великобритании же. Три минутки можно? Прям 2 минутки. Можно. Нет. Кстати, хочешь купить Лондон? Хочу. За скромную плату в 1000 монет. Давай. А у тебя они есть? Ты же денег просишь. Я прошу. У меня? Я просил. Да я просил, я думал, там сверхбогатый, там 20 тысяч у него в кармане. А ты, бедняк, 100 монет, лол. Ну то дай мне денег. Нет, я коплю на этот, на посольство. А чё ты такой жадный, а? На посольство коплю. А ты нас детишками называешь, поэтому мы хотим себе скилл красноречия прокачать. Вот. Все, стопаем, мы выходим. Подожди, Лорандику сейчас скажет, что там у него. Он будет 2 года играть, я тоже буду говорить каждый день. Нет, все. Стопаем. Все, да? Можно, да, стопать? Все. Хорошо.